Здорово, народ, с вами Имба. Сегодня мы продолжаем ностальгировать по Варкрафту и попробуем пройти до конца кастомку Green TD. И делать это мы будем в фулл-пати по интересной тактике. Знаете, друзья, с таким серьезным отношением к кастомкам, где постоянно придумываются различные тактики и стратегии, имба-сборки и прочее, пора бы уже придумать свою про-сцену для кастомщиков и заводить своего Пашу Бицепса. Кто ты? Паша Бицепс! Чего ты хочешь? Стать богатым и знаменитым. А ведь Паша знает, что благодаря официальному спонсору команды Virtus.pro это вполне реально. Хоть International закончился, но Pari Match продолжает радовать и дарить вам крутые плюшки и бонусы. К примеру, по ссылке в описании вы получите бонус 100% к сумме депозита. Дальше дело только за вами. Pari Match, ставьте и побеждайте. Короче, идея такая сейчас будет. Мы с Люхой, так как те ребята, которые круче всех играют в эту кастомку во всем мире, никто круче нас не играет, круче нас только яйцам, будем выполнять роль тех, кто будут и себя дефать, и о других думать. То есть у нас сейчас отсюда, извиняюсь, вот с вот этих вот точек будут идти крипы. Естественно, они будут идти по двум линиям, и когда они будут подходить, если, допустим, ребят здесь придут, здесь, если они мимо них проходят, они будут подходить к нам, потому что они идут в итоге вот сюда. И мы с Лёхой их будем уже подчищать. Ну и в то же время будем иметь небольшой бонус. А я сейчас еще такую хитрость сделаю, стырю одну курочку. Иди сюда. А чё? Смотри, куда она побежала. Она в обратном направлении побежала? Да. В смысле? Типа она должна была вот так пробежать, но она вот так побежала обратно. Ну так я ей путь сократил, почему она побежала именно туда. Что за жесть. Такого поворота событий я точно не ожидал. Сильно-сильно ничего не скажешь. Не, ну первые волны, они вообще мизерные. Их пробить, ну просто... Чисто на голду. Да. Ой. Нечаянно. Не то хотел построить. Так, вот сюда мы снайпера поставим. И, наверное, вот сюда снайпера поставим. Влад, а ты можешь союзников хукать? Нет, вы же как будто вы в воздухе летаете. А. Ой, я думаю, это примерно вот так. Цурки. Так, если что, смотри, Нервис. Обязательно поставь вторую башню, потому что она замедляет, и обязательно ее усиливай. Угу. Потому что она после этого начинает, ну, типа как скиллом этой ЦМ-очки бить по области небольшой и наносить всем урон. Точнее, не наносить всем урон, а замедлять. Ну, он одного бьет и сразу троих замедляет. И снайперов. Снайперов очень важно, кстати, поднимать, потому что снайпер это как бы такой основной ДДшник, грубо говоря. Понятно. Слушай, а ты решил прям близко-близко поставить, чтобы я этот доставали тебя башенки мои, Илюх? Ну, кстати, можно какую-нибудь стратегию такую сделать, чтобы все в одной кучке стояли и все отбивались от всех. Ну, в принципе, я тебе вот здесь можно встать всем вот, примерно вот здесь вот. А то, что ты так далеко друг от друга встанешь, это есть какая-то причина или просто так? Ну, вообще у них есть свой радиус атаки. Ну да. А если они стоят близко, они цепляют примерно одну и ту же цель, и за то время, пока долетает снаряд до цели, они не переключатся на другую. То есть ты можешь там 10 раз, допустим, грубо говоря, стрельнуть в одну цель, имея большую скорость атаки. Вот, но... Сейчас, секунду. И как бы достаточно было не 10 выстрелов, а, грубо говоря, 5, да? Но они продолжают стрелять, потому что цель еще не умерла. Вот. А если ставить их подальше, то они уже, ну, как радиусом не будут доставать свои атаки и будут, соответственно, атаковать уже других юнитов. Ну, не знаю, мне показалось это немного профитным, поэтому я решил так делать. А АОЕшня, я так понял, бьет АОЕ только когда они по земле ходят? Нет, он и по воздуху попадает, но очень плохо. Так,
ну снайперов можно уже на 150 даже поднимать. Мне кажется, по итогу вообще хватает тупо одного последнего снайпера и одного последнего голема. Ну, естественно, с башенками. Дорого. Ну, такое. Нормально. Она... Ой, это у всех сейчас повесили или только у меня? Нет, видимо, это, только это... у тебя. Да, это какой-то провак был небольшой. Мне кажется, она на самом деле немного недоработана, и это очень-очень прискорбно, потому что я помню, когда играл в эти ТДшки в Варкрафте, еще третьем, в кастомных играх Варкрафта, а вот там было действительно все проработано, что вплоть до того, что ты вот есть какие-то волны, на которых ты реально застреваешь, и если делаешь что-то не так, то этот проигрываешь постоянно. Там оно как-то поярче, поинтереснее были эти ТДшки. Тут на самом деле, блин, по пальцам можно пересчитать рабочие карты, которые обновляются, которые... Элемент ТД, ну вот нет, чем-то она не особо понравится. Хотя на самом деле, если подписчикам понравится, можно будет поснимать, почему бы и нет. Мне нравится, знаешь, вот именно я когда смотрел вот эти вот карты Элемент ТД и еще какие-то там... В Tower Defense, мне кажется, большую роль играет того, что вот, я не знаю, кстати, по превьюшке нарисую эту фишку на превью. Если ребята, которые нас сейчас смотрят, оценят, то будет круто. Я вот прям на превью поставлю иконку карты. Вот не знаю почему, но для меня она играет огромную роль. Потому что вот я вижу иконку карты, и я понимаю, что это Tower Defend. А вот на тех, там как-то квадратом одним все сделано, и вот это вот «Будь братом, наделай квадратом» называется. Как-то не камильфо. Короче, мне не понравилось. Блин, я надеюсь, вы поняли, о чем я сейчас говорю. Ну да. О, а там уже кто-то себе ауру на скорость поставил, да? Снайперов ап не обязательно. Так они у меня апнуты? Ну, нет, их чуть-чуть больше апни. А, окей. И там можно уже потихонечку, в принципе, копить на этот... На увеличение, я понял. О, следующие инвизные. Да, варды, обязательно купите варды. Я уже купил. Всем я куплю, окей? Спасибо, что напомнили, совсем забыл. Хотя сам обещал напомнить. Ничего, бывает. Я вот думаю, перед инвизами как раз можно ставить этот... на скорость атаки. Если хватит голды, конечно. Но у меня, по идее, сейчас должно хватить. Типа, я могу поставить вард тупо вниз, да, там, где они ходят, они его не сломают. Да. Они его не тронут. Главное, какой чтобы радиус вышек твоих доставал до начала действия варда. А какой тут радиус варда? Как у обычных? Ну да, стандартный. Ага, отлично. Так, ну как раз отсюда будет их видеть. А, ну здесь ты, здесь Илюх, вот не мог чуть-чуть левее поставить? Да вот у меня вот такой вот небольшой кусочек, островочек, который не цепляет. Ладно, давай я вот так ниже поставлю. По идее, сейчас все должно цеплять. А они там не идут. Ой, вышечку, совсем забыл вышечку, ёперный ты вафлет. Так, быстро. Давайте, настреливайте, ребят. Ой, пошла жара по трубам. Вот это они сейчас начали наяривать. Ой. Так, я двух, по-моему, проеду. Ничего страшного, нам вкуснее будет. Там два лоу хпшных к вам пошли. Все, огонь. Слышишь, а как думаешь, возможно ее пройти чисто... урона не хватит. Да, ты меня понял, о чем я. Вот ты понял, о чем? Вот, я даже не успел сказать. Скажи, чисто какими башнями ты имел в виду? Снайперами? Нет, не понял ты меня. Я имел в виду этими... Господи, ледяными. Вот, а я так надеялся, что ты меня прямо так с полуслова понял. Чисто ледяными. Не, ну видишь, они так по области неплохо бьют. Плюс у них какой-то чистый урон, насколько я понимаю. Да, вот я же говорю, если бы у них было урона побольше, мне кажется, можно было бы исключительно ими пройти. Потому что, если не ошибаюсь, они и по верху бьют неплохо. Так, ни у кого не прошли? Нет. Все четенько? Да.
И между делом такая небольшая рекламочка нашего сервера в Дискорде. Вот хочу заметить, что сейчас большинство ребят, которые с нами здесь находятся на видео, они вот почему такие молчаливые и стеснительные. Потому что это наши подписчики, точно такие же, как вы, люди, которые заходят к нам в Дискорд и которые вот такими вот интересными манипуляциями некоторыми попадают в видосики и вот так же само помогают участие. Вот, допустим, здесь, видите, довольно специфически то, что нужно знать, как правильно строиться, где правильно встать, и чтобы не натупить, чтобы это было все четенько, красивенько, нужно заранее как-то знать. Если бы мы играли, грубо говоря, с рандомными какими-то персонажами, то маловероятно у нас бы получилось. Мы, в принципе, вот с Ильей Донателлером, вы его уже все прекрасно знаете, вчера, если не ошибаюсь, сколько? Ну, раз 15 точно мы сыграли. И вот была... была одна волна, которую мы просто вот постоянно именно на ней застревали. Они пробегали. Я знаю, что тут есть некоторые баги, я знаю, что тут есть некоторые обузы, но это неинтересно. Мне интересно ее пройти именно вот как оно есть, посмотреть, что там будет в конце. Без всяких багов и обузов. Пошел? Это Пудж. Слушай, я блин, понял, а я хотел у тебя Пуджа своровать. Давай быстрее. Ну ты помнишь, что в прошлый раз произошло, да? Да, ну блин, его как-нибудь вытянуть ко мне поближе. А ты все равно его зафармишь. Ой, а что ж ты его пропустил? Я типа я не думал, что настолько. Ну типа ты вообще нас легко себе. О, бонусы, бонусы, люблю бонусы. А почему у меня такое чувство, что чем больше у тебя голды остается в конце раунда, тем больше голды ты получаешь в начале следующей. Так, вот Илюх, у тебя 750, запомни, сколько тебе дадут голды. У меня 2200. Я получил сейчас 2600 голды. А вы почем? Ха, я был прав. Чем больше голды у вас остается, тем больше вы получаете в конце раунда. Понятно. Короче, сейчас я все тратить не буду. Я вот так вот бафну все вышечки свои на дэмэдж. О, неплохо пошло. Да, есть такой баг. Реально, чем что-то больше голды. Какой-то я, по-моему, что-то не так делаю. В своей жизни. Ничего страшного, не переживай. У меня тут голды, блин, 18 миллионов. Так, на всякий случай. Ой, а этот у нас вообще не апнутый. Не, даже не доходит. Все, 2200. У Люхи 1000. Так, у тебя 1000. Жесть у вас там, конечно, блин. У меня 2200, 2300. Сейчас будет... 2300. 2300, у тебя 1000. Мне сейчас дадут. Пурум-пум-пум. Ждем, ждем, ждем. Ну? А, так это так обузить можно. 700. Мне дали 700. И тебе 700, да? Нет, тебе 900? Странно. Чё-то не пойму. Мне 1100 дали. 1100? А может это всё и из-за того, что... Чё они так делают, а? Чёрт его знает, из-за чего это всё может быть. Не знаю, друзья, напишите в комментариях свои идеи. У меня что-то не закончились на самом деле. Лёх, продержишься? Так, а этот... Этот не достает, да? Ой, я не на ту кнопку нажал, я нажал продать. Ну, я прохожу, я держусь. Я надеюсь, будут достреливать до тебя. Дурак. А, да чё нет-то? Я думал, да чё-то нет. Чё-то я наоборот прочитал твои сообщения, всё, я понял. Запятые да, не люблю. Да, один пошёл, Димась. Да, я знаю. Ну, сейчас Лину бустанете немножечко. Не, ну я специально поставил по двух метров, чтобы, если что, помогать тебе. Как же сочно, одна овечка. Так, мне снайпера вот этого еще поднять. Вот сюда, я думаю, одного снайпера надо будет поставить. О, дракончики. А, так у тебя на скорость, просто нету этих... Поставь себе на ты скорость. Мне говоришь. Да, 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 Нервис, я тебе говорю. Ну, типа, будут деньги поставлю. Типа, знаешь. Я говорю, я случайно нажал не на ту кнопку и продал две башни.
Ну бывает. Бывает, да. Так, ну я, в принципе, хорошо себя чувствую в конце этого раунда. Что будет, если две башни на скорость поставить? А стакаться они вряд ли будут. Придется в другом месте строить, да? Хотя, черт его знает, можно проэкспериментировать. Не, ну тут, знаешь, они могут стакнуться только в том случае, возможно, могут стакнуться, видишь, их же апать можно. Вот, и, соответственно, если поставить одну апнутую, а одну нет. И вот тогда, может быть, не буду утверждать, но может быть, они стакнутся. Чуть-чуть не хватает. Так, смотрите, иммунные, так, следующие инвиз. Инвизные парни, закупите ворот. Через один. Ой, что мне... Многовато. Мало башен, мало волн, мало крипов. Немножечко багов. Вот, все это делает... Вот. Ой, такие кастомки... Буквально на пару игр. Вот вообще вот эроры тупо бегут. У меня у одного одни эроры берут. Не, то же самое. У всех. Но. Хотя на самом деле кастовки годные, ну вот в них интересно играть. Именно в нормальные, нормально сделанные. И мне очень прискорбно, что всякие мемчики и Dota X100 и Ангел Арены клепает одну за другой, а вот ТДшечки грамотно, красиво сделать, ну, что-то не хотят люди. Вот видишь, на этот раз к тебе никто не прошел. Это ты что, поставил этот? Просто на скорость поставить. Да, на скорость в первую очередь надо ставить, она вообще самая топовая. Я не знал. Смотрите, какой красивый снайпер. 10 в одном, тут у нас и ВДшка, и Венга, если не ошибаюсь. Что-то еще, как алхимик горит розовым. Что это такое? Там, по-моему, все. Жесть. Микс такой именно. Инвиз. Какой же я олень. Так, ГГ, походу, да? Бля, я тоже не успел. Да, ГГ. Так, сейчас. А, не ГГ. Фух. Я успел прилететь. Я тоже почти еле-еле. Они их не бьет. Я все пропустил. Так, ну что, я чисто теоретически могу продать две вышки. Ах. Ну давай, продадим. И сюда сейчас одну поставим. Блин, вот это я, конечно, олень. Провтыкал с инвизами, заговорился. Ай, нет, стоп. Да, не говори. Все, я сейчас ее максимально апнул. Насколько денег хватило. Ну, ничего страшного. Растягиваем хронометраж видео как можем. Благо, инвизники имеют такую особенность, они почему-то не бьют наш тавр. Хотя с их уроном, мне кажется, это было очень-очень быстро. Что они говорят? А, 1000, ого. Да, 1200 там бы сейчас зарешали. Так они ж ваншотнули бы. 500, да, я думаю. Думаю, нет, именно так бы и было. Нет, у крепости 15 армора и 4250 я хп. Уже так, дальше не. Ну, я очень надеюсь, что вот таких вот хватит. Троих, потому что денег у меня немного. Ну давайте там что ли замедление еще одно поставим. Почему бы и нет? Ой, а это жесткие какие-то, слышь, кристалки. Ну, да, у них брони слишком много. А броню хорошо срезают апнутые эти ледяные и апнутые снайперы. Понятно. А, подожди, а что-то не срезает, хотя было написано где-то, что они срезали. Типа, ну, потому ладно, хотя бы снайперы. Очень фигово. Но ничего страшного, у меня зато будет сейчас все очень хорошо, походу. Ну, у меня тоже все отлично. А? Огонь. Мы снова у руля. Спасибо, что подкармливаешь, Нервис. Да не за что, обращайся, типа. Я туда. Неплохо. Все в дом, как говорится. Капец, у тебя там... Этот. Ой, да, я смотрю, там и Илюху сейчас, нет, не Илюху, а Лину подкормят.
Боже, как камера трясется от этих взрывов. Поставить, что ли, еще одного големчика на всякий случай? Выключить тряску камеры можно? Как? Повисло. Да, мы очень... Я очень надеялся, что это был баг предыдущей игры, но нет, мы уже один раз до этого момента дошли, у нас точно так же, к сожалению, вылетело. Ну, возможно, это какой-то баг следующей волны. Если вы знаете, что там за следующая волна, то, пожалуйста, напишите нам в комментариях, если вы знаете разработчика. А, у меня еще и восстановление сетью Доты пошло. Но это не касается, потому что это у всех сейчас пошло. Нет, у нас в прошлый раз точно так же с CM-очки вылетело все. После CM-очек, точнее. А, не-не, имба, только ты вылетел. В смысле? Только ну, в прямом. Вылетел. Только ты вылетел. А, игра работает? Да, я на паузу поставил. Лол. Окей, я это вырежу. Надеюсь, не забуду. Все, паузу снимаем, погнали. Блин. А, панды, панды. Панды, точно, панды. Панды не очень сильные. Панды? Что за панды? Ну, такие милые. А, не панды, штормы. Теперь штормы. У штормов, кстати, иммунитет к замедлению. На секундочку. Да, поставлю я, наверное, еще одну дэшечку. Да, ты что? Я их хотя бы пробиваю. Не, ну да, в максимального голема нет анимации атаки. Разваливается, просто разваливается. Короче, я тогда сейчас вот здесь вот поставлю на всякий пожарный вот такую канитель. Если вдруг будет проходить. Ага, а что, так нельзя? В смысле нельзя? Ну и в чем соль? Лол. А вы знаете, что вот тут вот таверки вообще нельзя поставить? Так, достает? Не бы достает. Я опять тебя кормить сейчас буду. Да ничего страшного, я тут на всякий случай трон задефаю. Что у тебя за снайпер такой крутой с крылышками? А вот есть у меня такой, такой крутой снайпер. Так, у меня здесь скорость, значит здесь будет дэмэдж. Снайпера поднимаем. О, Лина, тебе тоже идет подкормка. О, это сочно. Да, Димать? Да, я что-то начал пропускать. Ой, это у меня пропускает? Лол. Что-то я заговорился опять. Нет. А что это я пропустил? А как это так? Он, надеюсь, регенится? Ну, да. А как это я пропустил? Затрынделся, ёперный ты балет. А, нет, вот оно, вот он вылет. Вот он вылет, чё, это у всех повисло сейчас, да? Да, вот, к сожалению, друзья, если разработчик, ты смотришь нас, мы уже второй раз доигрываем до этого момента, и второй раз у нас у всех вылетает, точнее, крашится полностью дота, она повисает, ну вот вы сейчас сами все видите, что анимации никакой нету, никуда передвигаться нельзя. Но кастомка интересная, мне хочется, чтобы ей... Продолжили заниматься, 17 августа было вроде последнее обновление. Пожалуйста, дружище, если ты нас посмотрел, доделай эту кастомку, переделай баланс, сделай несколько уровней сложности и так далее. Будет круто, я ее буду снимать, буду всякие тактики придумывать, больше будет вариаций с башнями и прочим, больше будет видосиков, больше будет тактик. Так что, пожалуйста, дерзай, мне она понравилась. Также, я надеюсь, вам, друзья мои, подписчики, естественно, без вас этого ничего не будет. Если вы не поддержите видео лайком, то ну, я не буду знать, что оно вам понравилось. Клацайте под этот большой пальчик, а с вами был Имба, всем пока-пока.